Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новеньким буксом, абсолютно без вложений, где можно зарабатывать на просмотре серфинга, чтении писем, выполнении заданий, прохождении тестов, ВКонтакте и YouTube. Еще. Значит, ну, регистрация. Регистрация здесь наипростейшая. Придумывайте логин, прописывайте email-адрес. Вам на почту придет письмо, где нужно пройти по ссылочке. И там же в письме будет ваш пароль. Копируйте пароль, активируйтесь. Активация по email и паролю. И попадаем в кабинет. Вот так вот наш кабинет выглядит. Значит, ну, давайте серфинг сразу покажу. Серфинг сайтов. На этом мы будем зарабатывать какую-нибудь. Приступить к просмотру. Загружается страничка. Идет отсчет времени. После разгадываем капчу. Капча у нас легенький пример. Решаем и вписываем ответ. Ну, бывает, к примеру, вот в данный момент такая шкала. Загружаем. Значит, капча здесь разная. Нажимаем «Отправить». Все, просмотр зачислен. И нам капнула денежка. Таким вот образом мы просматриваем, зарабатываем. Серфинг просматриваем. Далее чтение писем. Это уже по желанию. Я не читаю письма. Задания тоже не лезу. Тесты, ВКонтакте. Я только на серфинге. Так, давайте теперь, что еще я вам покажу. Так, здесь у нас рекламный баланс. В первую очередь я буксы рассматриваю как рекламную платформу, чтобы рекламить свои проекты. Здесь вот множество платежек, это пополнить рекламный баланс. Далее вывод средств, основной счет. Как мы видим, здесь на WebMoney минимальный вывод от 2 копеек, друзья. Вот перед выводом средств внимательно проверьте реквизиты. У меня ничего еще не прописано. Я это все сейчас, ну, потом сделаю. Вот, прочитать правила. Нужно сейчас рекламку свою закрою. Вот. И вот здесь вот правила, общие правила. Так, вот финансовые операции. На сайте у каждого пользователя предлагается 2 счета. Вот основной счет, счет для начисления и вывода заработанных средств. Так, выплаты с основного счета производятся в автоматическом режиме через платежные системы. Обратите внимание, вот что я вам говорила. WebMoney минимум для вывода 2 копейки. Комиссия 1%. Яндекс минимум для вывода 5 рублей. Комиссия 0,5%. Payeer Perfect минимум для вывода 5 рублей. Комиссия также 5%. Имейте это в виду. Вот это все прочтете. Я уже не буду все зачитывать. Самое такое основное. Так, и выплата производится один раз в 24 часа. Потому что по 2 копейки можно набрать. Знаете, сколько за день, правильно? Нет. Так, по выводу я вам сказала. Теперь что еще хочу сказать. Так, можно рекламить свои проекты. Так, рефсистема. Так, это рефсистема не то. Так, заработать. Личный кабинет. Так, где у нас? Просмотр, заказ рекламы. Здесь дешевая реклама. Значит, безлимит нет. Название ссылки. Описание. Сюда вводим ссылочку. Здесь за 20 секунд стоит 0,025 как бы копеек. 2 копейки там с половиной. Ну, это сколько у нас? 25 рублей, по-моему, будет. За 1000 просмотров я уже только на глаз прикинула.
Сегодня вот я хочу загрузить сюда пару рекламок. У меня есть проектики, которые протестировать, как здесь будет у меня рекламка работать. Так, далее что-то, основной счет. Так, и что, основной счет я вам показала. Нет, не то я что хотела. Так, карьера, моя статистика. Моя статистика. Так, здесь у меня ничего не указано. Так, подождите, моя стена. Личные данные вот здесь, друзья, смотрите. Прописываем имя. Пол мужской, женский. День, месяц, год рождения. Сохранить. Выбираем файл. Загружаем аватар. И здесь мы прописываем наши платежные реквизиты. Значит, ВМЭП пока недоступно для вывода. Значит, для добавления или замены кошельков вам нужно запросить пин-код на email. Значит, запрашиваем пин-код. Нам приходит пин-код на email. Прописываем. Сюда вставляем пин-код, сохраняем. И здесь смотрите, что интересно. ВМР рубли. Это ВМР недоступно. И есть ВМС доллары. Вот что как-то. Значит, Payer. Perfect Money USD. Смотрите внимательно. Ну, мобильный телефон и Kiwi. И привязать YouTube. Можно и привязать страничку ВКонтакте, чтобы выполнять задания. Там лайки, репосты, что там надо будет делать. И изменить пароль, если нужно будет. Ну, в принципе, я все такое вам основное рассказала. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Здесь карьера. Ага, я вам ссылочку реферальную. Вот, преимущество статуса, тут тоже это все почитаете. И рев-система. Рекламные материалы. Наша партнерская ссылка или вот ссылка. Ну и баннеры 468 на 60, 200 на 300 и 100 на 100. Вот такие. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.